Coca-Cola грозит штрафом в 345 миллионов долларов. Об этом пишет Financial Times. Мексиканский предприниматель Хосе Антонио Дель Валле обвиняет компанию в корпоративном мошенничестве и краже промышленной собственности. Поводом для судебного разбирательства стал напиток Фанта Габа. Валли еще в 2012 году разработал газировку с добавлением гамма-аминомасляной кислоты Габа. Эта добавка очень популярна в Японии. Он запустил производство напитка Гоу Габа в Мексике и Нидерландах. Через 4 года бизнесмен связался с Coca-Cola, предложив ей международное сотрудничество. Оно предполагало, что американская корпорация получит доступ к рецептуре Гоу Габа, но не будет выпускать аналогичный продукт в течение первых 30 месяцев с момента заключения сделки с Валли. Соглашение было подписано в декабре 2017, но уже через 6 месяцев в Японии появилась Фанта Габа от Coca-Cola.